Ну это обычный запах, когда заезжаешь. Вот, горит. Быстрее сюда. Да ты молодец. Ну туши давай. Сейчас я шланги. Включай. Эпизодически. Что, будем пробовать ее таким образом переливать? Обезьяна никто не отменял. Маленько. Сейчас мы тут, она как хлынет, весь бензин будет на тебе. Нет, она чуть-чуть большим размером. Сейчас я шланочку оттуда возьму. Фокус не удался. Ну, шланг вам не нужен. У нас сегодня с Анушкой первый совместный в этом осенью выезд на рыбалку. Поэтому поприветствуйте нашу, пожалуйста, дорогую рыбачку. Наконец-таки она выбралась, да. Время соизволило, здоровье поправило. Поэтому мы собираемся буквально 80 километров в одну сторону, 80 в другую. Там побегаем, порыбачим, друзья. Может, ягодки еще пособираем. И вечером вернемся обратно. Поехали с нами, садитесь поудобнее. И наблюдайте, где мы, чем и как мы. Вперед, погнали! Наши друзья, задача перебраться на ту сторону реки. Течение, вроде бы, видите, движется, да? Вот. То есть нас будет немножко сносить, но это ничего страшного. Сейчас мы выходим здесь, выплывем где-то вон там. Вот мы и перебрались. Буквально затратили время 3 минуты. Анечке дал почувствовать технику, то он давненько не каталась. Под названием выхлопная труба. Так. Ну, пойдем, наверное, сначала начнем с того колеса. Откручиваем. Вот такие следы мишки нас сопровождают. Это вот мы проехали, а он прошелся. Такой топ-топ-топ. Потом он, тут его след, а куда он дальше прыгнул? Наверное, пошел или перепрыгнул куда-то, или... А, вот он здесь пошел. Так что... Короче, я одна не поеду туда. Испугала я тебя? Нет, не ходи. Нет, я его сама вижу, вон. Ты его затоптал след. Ага. Так вон они. Но он как-то так шел, потом куда-то прыгнул. Так что не ходи в лес одна. На рыбалку не ходи одна, да? Сиди дома, смотри наши фильмы. Утром не было, да? Не было. Это вот. Свежак. Поехали. Нет, не перелетишь. Ну, ладно. Давай потихонечку. В этот раз я решил поучить Анютку ездить. Пусть учится. Давай потихонечку, не торопясь. Смогешь. Болото сухое.
копальщики черного золота уже аж даже болото перерыли. Ну, вот. По накатанным дорожкам. Сейчас через этот буреломник подвинемся. Ну это все. Меня отправили одну на рыбалку. Техника сейчас поедет за мной. Я тут буду проводить эксперимент в виде прохода. Ну, болота сухие, поэтому ничего такого страшного нету. Тем более еще с утра все. О, тут я такая иду. С утра еще подморозило. У нас минус 2, первые заморозки. Прямо вообще. Ой, красота, красота. Вы не представляете, какая я счастливая, что я выехала на рыбалку. Я целое лето, я зимы не была на рыбалке. Ужас какой, ужасный просто ужас. Вот. Ну, слушайте, иду сухо, отлично. Боже, Василич там заводится. Давайте-ка там на него смотреть. Прям леший специально нас сюда не пускал. Он тут вообще как... себе домой по асфальту. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Да, вообще сухое и замороженное. Даже прям снимать нечего. Так-то, конечно, можно было и пешком, просто лень тащиться 3 километра. На машине гораздо комфортней, безусловно, ехать. Да, у меня обыскался. Вот, держи. Что, я поеду? А ты тут снимай. Давай. Я буду сейчас первый раз ехать. Давай. По болоту? Да ладно, по-моему, мы уже были, типа, ты уже ездила, типа, не газуй, Аня, солнышко, не газуй. Давай, солнышко. Я просто лужу красную давала, а тут я сейчас такая еду, блин. Вот. Здесь очень красивые сосны. Можно сказать, кладезь бонсаев. Здесь вот походить, такие красивые сосны растут. Да, вот они, бонсай. Да, запах такой, что мы сюда приехали подлечиться. Запах, температура нормально? Да, я уже. Значит, нормально. Значит, что-то горит? Нет, это не горит. Нормально едем. Да я горю. Не слышу. Сол на месте. А? Сол на месте. Вот здесь. Ну это обычный запах, когда заезжаешь. Вот, горит. Быстрее сюда. Вот, быстрее горит. Вот. Я же говорю, горит. Вон. А. Сухая трава. У нас загорелась сухая трава. Ничего себе. От двигателя, что ли? Ну. Я говорю, горит. Да ты молодец. Ну туши давай. Доставай ее оттуда. Вот надо вот здесь вот смотреть. Что, может, там еще? А где ты ее взяла-то? Ну вот она, вот тут вот. Вот, я друзья. Слышу, какая молодец, Анечка, а? Доставай ее, а то сейчас болото все загорится. Ну вот так ты, я смочка. О, вот смотрите. Тут было. Вот оно, видите? Действительно, от мох лежал на этом самом. И загорелось от двигателя. Сейчас мы это все потушим. Все еще вот. Чуть не загорелись. Молодец. Не зря я тебя взял. Не зря мы выехали с семьей. Наконец-таки-то. Сейчас посмотрим, может, еще что-нибудь горит. Да нет, гореть там больше нечем. Вот оно. Натерлось где-то об двигателе. О! Давай, заводи, маэстро. Такой вот ковер.
300 лет тут никто не ездил с прошлого года. А, тут какие-то пару горемычных проехали. Слегка, но это было в начале там лета, может быть, в середине лета. Слегка взбаламутили все. Мягенько проходим. Давай сюда, бери левее. Вот нам потом туда. Да-да-да-да-да, вот так вот объезжаешь. Молодец. Стой. Смотрите, как я умею застрять. Ага, давай-давай. Болота сухие. Болота сухие. С одной стороны, хорошо, передвигаться удобно. А с другой стороны, рыбе плохо, воды мало. Наше озеро, ура! Две! Буквально еще 100 метров. Мы на озере. Добрались мы до озера. Ну что, может, не будем рыбачить, поедем сразу домой? Да, сразу же как раз вопросы по работе. Да, тут нам уже сразу по телефону по работе звонят. Все хотят настроение рыбацкое нам испортить. В общем, мы сейчас распаковываемся. Развязывай веревку. Погнали. Нужна штука? А? Нужна штука? Ну, так-то, наверное, да. Функция крокодила. Так, отставляем. Вспомнить, как еще спиннингом бы тут ворочить. Что, могла забыть, что ли? Наверное. Сейчас узнаем, талант пропьешь или не пропьешь, как оно. Да ты что, первый заброс? Первый заброс? Поймала. Осень! Поздравляю! Ура. У вас первый... Сегодня давление 760, как раз такое охотничье давление атмосферное. Окунь зачетненький. Ну что, еще раз пробуем? Ура! Круто! Опа! Ах ты! Прикинь, два раза меня прям догоняло. Красавица! Я не ожидал, что она прямо за берег еще схватит. Щука есть. Ее не может не быть. Опа! Есть! Опять отпустила. Что нам очень больше всего нравится. Атака щуки. Адреналин. Оп, есть. Блин, опять ударила. Оп, есть. Вот теперь точно есть. Все, не моя. Ну вот, друзья, та, которая три раза била. Маленькая. Сейчас мы посмотрим. Зубами все окей. Ну такой.
килогэ. Ван кэгэ. Но главное, что я ее не оставил тут в одиночестве. А мы с ней доиграли. И я ее победил. Опа. Еще один. Но уже окунь. Так. Ну уже окунь. Так, пока я от квадрика далеко не ушел. Я же ножницы не взял. Надо вернуться за ножницами. Сейчас Анечка блюфокс поставит, как начнет ее таскать. Одну за одной, одну за одной. Время 9 утра. Мы встали полчетвертого. Опа! Был ударчик. Полчетвертого встали. Пока собрались, пока оделись, выехали, наверное, часов полшестого. 3 часа, и мы на месте. Там себе выбирай. Что, на блюфокс тишина? Да, пока слушай. Странно, но пока не хочет. Может, к вечеру. Я их брал туда. Пробуйте. Угу. Я чай пью. Я тоже. Здоровая дура была. Да. Папа подсака, блин, унесла. Как подсака? Ну, я унесла подсак туда. Думала там. Блин. Она сейчас тут офигела, если бы я немножко быстрее, я бы ее достала рукой. Второй раз вот так я, блин, туплю. Вот так. Анечка только что щуку упустила, она такую здоровую. Вот это красота. Ну это, конечно, не щука была. Хотя бы это, хоть что-то. Ты не кричи, а то рыбу всю распугаешь. Так, понятное дело. Тут вообще можно инфаркт получить. Врачей испугать, не то что рыбу. Я думал, ты меня просто хочешь разбудить. Ножницы дать? Нет, я сама. Так ножницами-то... Нет, Ань, зачем пальцы суешь туда? Так у него не колючие. А что руки? А что руки трясутся? А что, видно, да? Да. Конечно, вы бы такое, блин, тащили. Блин, еще фрикцион, надо было ее маленько потаскать чуть-чуть, что-то я как-то... Ну, видишь, я забыла. Понял. Пока Аннушка ловит рыбу. Я, ребят, нашла блюфокс пятерка. Потому что тройка, а нет, это четверка. Тройка что-то слабовато, прям поверху бежит. И вся рыба стоит вот возле берега. Ну я, наверное, так орала, что уже все, я все распугала. У меня аж руки трясутся. Это точно. И вот Демар сказал, что прям видно, как руки трясутся. Видно было. А говорят, что рыбалка нервы успокаивает. Да это большой сплошной кусок. Опа, вот смотри, вот тут вот она стоит, прикинь. Конь большой, не щука, а прямо. О, еще взяла. Угу. Ну этот, окунь, ага. Че, как его зовем? Рыбачка года. Шквал эмоций. О, понятно? Угу. Сейчас к вечеру, наверное, пойдет ловить. Огромная щука сорвалась.
Трофей не взят, да. Трофей не взят. Чай будешь? Буду. И что-то есть тоже буду. Я даже могу чай бутербродиком. Пик. Рыбачка года, блин. Так, главное, чтобы сейчас тут щука не клюнула, я ее знаю. Сколько я сейчас отвлекусь. 2-3-килограммовая. 5. А? 5-6. Мне главное вот такие глаза. Да, все остальное там не важно. Это десяточка. Это десяточка? Десяточка. Конечно, с такими глазами. Глазами это десяточка. А я с такими руками. Руки загребущие, глаза заведущие. Лихо, все. Ну я фрикцион закрутила. И чай налить-то? Да, налить-то. Это какой тебе бутерброд, да? Ну ничего себе, такая мощнявая. Да, мощнявая. Ну это может до полторашки дотянет, не? Ну может, слушай. Вот да. Я ее так тю. Вот так вот. Вот так вот. Кто молодец? Я молодец. Ну я твою щечку поцелую. А только я сейчас твою щечку отпущу, думаю, нифига себе. Ну что он так? Ну, за щеку, за рыбалку. Давай. Ну дай. На-ка. Попей спокойно. Ну вот. Сейчас тоже такую. Ух! Что за деревяшка такая? Ну так я говорю, что мне деревяшка лучше. Я больше люблю ловить. О! Зацеп, что ли? Ага. А, ну там, да, перевал есть, смотри. Там поживее крути, он тяжелый, ты чё? Там тяжеленько? Да, это ж четвертый. Пойду щуку отпущу. В садок отпущу. Не подумайте плохого. И у меня зацеп. Зацеп. Проголодались мы, щук натаскали, да? Переезд. Перекус. Перекус, точно. Перекус. Кажешь тоже. Итак, нормально. Что нам тут Бог послал? Послал яичко, диета первая. И майонез. Сосисочку. О, ничего себе. Это ты взял, что ли, сосисочку? Конечно. Огурчики. О, сам вырастил? Сам. Собственно, огородика. Капуста. Вот. Берите огурчик. Угу. Кушайте. Там даже чесночок есть. Чесночок почистить. Да. И мусорим. Ой, вкусно. Вкусно же. Фух. Что ты жалеешь-то? Что? Угу. Да. Вот мы перекусили. Да. А вокруг нас
сплошное болото. Болото, болото, болото. Даже не сказать, что сегодня минус 2 было, да? И до ближайшего лета леса рукой не подать. А сзади озеро. Бабочка полетела. А еще кто-то поймался? Нет, только щуки две. Ну, в смысле, точнее, одну вытащила. И тишина, да? Ай-яй-яй. Вот, блин. А, зацепился. Ничего себе. Вот это крокодильчик. Где моя щука, которая утащила мой блюбокс? Ну, слушай, хорошо глотает. Так, тут, слушай, надо этими, а? Как его называют, штуками. Может, тоже блюфокс возьмешь беленький? Потому что мелочь. Вот. Полосатик какой. Камера-то включена. Ну, камера-то включена. Надо эмоции показать. Так, а что тут? Какие эмоции с ладошку, бедолага? Чайку. Пока дошел сюда. Ой, как хорошо. Здесь бы стан поставить. Если бы еще и щука клевала, вот прям на этом месте, чтобы вот так вот вышел со стана, глянул на озеро. И сразу вся рыба к тебе прибежала, да? Да, и обалдел от красоты. Не, ну красиво, конечно, пейзажно. Пейзажно, пейзажно. Что-то догнала, похуй, скорее всего, ага. Грамм по 300, даже 250. Пацаны идут. Колокодоська, колокодоська, иди сюда, колокодоська. Давай, ладно, что тут. Колокодоська. Не сильно далеко. Далеко? Нет, не очень. Давай я попробую. Подбрынуть. Ты неудачно. У нас есть такое длинное. Ничего такого длинного. Вот там торчит тычка. Угу. Вон там где-то на третьем, по-моему, повороте. Все? Все? Да. Трава? Нет.
Если долго мучиться, что-нибудь получится. Есть! Нет? Вау! Как... Блин, он в воде казался таким большим! В воде казался таким большим! А достал ну такой. Вот время подходит. Вечеру солнце потихонечку садится, мы еще сейчас немножко покидаем, да и поедем потихоньку. Сейчас уже собираться наверное будет, но пока еще клюет вечерний закат, окуни. О, рыбачка возвращается. А мы уже заждались вас. Да, я сейчас вам такое тут расскажу. Я иду. Надеюсь, не про меня? Нет, я про себя. Нет, про рыбу, наверное, про рыбалку сегодня. Ну-ка, давайте, поделитесь. Смотрите, ребят, это я шла дорогой, наловила маленько. Через эту дырочку у нас бежал весь наш улов. Вот. Видно всем дырочку? Да, видно, видно. Вот, прохудился прям совсем пацак. То есть, короче, все, что да. Мы сегодня наловили, чисто для адреналина, да? Да, то есть вот я пока дорогой шла, слава богу, немножко стала клевать. Конечно, я там зацепилась, ты, наверное, не слышал. Я вот такой комель поймала, килограммов 10, блин. Если я туда пойду, я покажу свой трофей. То есть я кое-как эту тычку взяла, да, пенек здоровый такой. Вот. Это потом... говорит о том, что поехали со мной в другое место, на другое озеро. Вот. Еще что хочу сказать. Тайгу. Короче, подытожим сегодняшнюю рыбалку. У нас чуть не произошло самовозгорание вездехода. Это мы покажем. Рыба прогрызла садок и благополучно там уплыла. Воблер вот. Оторвали. Воблер, блюфокс оторвала. В общем, я еще не знаю, что тут ожидать, но я еще маленько побросаю. Эмоции получила? Эмоции пообедать пообедала, да, позавтракать позавтракала. Ну, это по-настоящему тогда спортивная рыбалка, что я могу сказать, да. Поймала, отпусти, да. Выход с семьей на природу. Да. Выгулять мужа и выгулиться самой. Ой, короче, расстроилась я. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Чай будете? Вот и завершилась наша рыбалка. Съездили мы на озеро с Анечкой. Анечка великолепно отдохнула. Вообще. Поймала, отпустила на дырявый садок. Великолепно. Поэтому немножко отдохнули. И сейчас мы едем домой. Друзья, не забывайте делиться нашим видео, если кому-то интересно. Пальчики вверх обязательно. И подписывайтесь на наш канал. Будет много всего интересного. Да, кому приглянулась семья Вальданны. Вот. Заходите, подписывайтесь. Все, всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Мы поехали домой.